Рада вона, що обіводи такими замечательними днями, днями виставками голубей. Спасибо вам, Виктор Федорович, низкий вам поклон. Сегодня 30 июля 2011 года. Мы находимся в Ленево, Жирновского района, где проходит выставка голубей. Вот мы присутствуем вместе с нашими известными голубятниками, которые получили сегодня диплом. Диплом голуби Нижней Волги. Награждается Боткин Василий. Расскажите, пожалуйста, Василий, как вы увлеклись этим делом? Давай. Ты показал, ну, я показывай. Я был пацаном. Родился один. Ну, там это... А после меня вовлек один мужик. Вот он сейчас спокойный. И стал я разводить вот эту птицу. Сейчас другая птица, понимаете? Вот. А раньше была другая птица. Ну, я так увлекся. Вот. Хожу и все время. Как он летает? Красиво, да? Красиво летает. И урод. А сами наблюдаете? Конечно, уроки надо делать. Как это? Да. Все, да. Уроки делал. Да. Выучил. Ну, в одном месте делал. Да. О, вот, сейчас, да. А были простые голуби, не такие красавцы, да? Нет, это он был. Покажите, смотрите, какие красивые. Это голуби. А как у него так хвостик? Это он неправильный хвостик. Неправильный? Когда домой придет, смотри, какой хвостик. Да, вот такой должен быть? Ох, ну они вот и голова с хвостом. Да вы что? Да вот такой, как у павлина, да? Вот. Прям стоять, вот, да? Такой. Как их звать, эти голуби? Это писаные голуби. Выводил, называются писаные. А представьте, пожалуйста, кто вы? Вот он выводил. Скажите, пожалуйста, о себе, кто вы? Шувал, вот Шувал Владимир Алексеевич. Город Энгельс, Саратовская область. Вот развожу этих голубей. Давно вы занимаетесь этим делом? Да 6 лет. 6 лет. А сейчас вам сколько? Сейчас мне 46. Ух ты! Это вы 46? 56 лет. 50 лет вы занимаетесь этим увлечением? А я моложе. Какой вы молодец! Какие у вас... А я моложе. Ну, естественно, моложе. Сколько вам? Вы 90. Ой, молодец! Умничка! 90 лет! Да вы что? Ой, молодец! И всю жизнь тоже занимаетесь голубями? Да, я не буду уголовки выпил уже. Один. Молодец, семейный экспонат. Один, да. Семейный экспонат. Держится, да, очень хорошо. Экспонат, да. А расскажите про эти голуби. Что в них такого изумительного, замечательного? Да, ну, понимаете, вот окраска, видите, какая красивая окраска. Да. Они называются писаные голуби. Эта порода вводилась в Казахстане. Да вы что? Да. В Казахстане? Да. Я приехал в Западную Казахстан. Я приехал туда, товарищ, и вот увидел, потом собрался. Девочки собрал, поехал туда. Ой, да, это вот он и она? Да, как их звать? Нет. Вы их не называете? Нет, да? Нет, просто их писанные. Писанные прям так называются? Да, вот это красота. Эти вот щитковые называются, видите, они щитковые? Красные. Да. Это щитковые птицы. Летная птица, она своеобразная. Выведена на Украину, на Западную Украину. Это да. А вот это? А это тоже мои, но это наши. Это наш санат. Да. Сенгельса, да? Это Сенгельса, да. Они их так и называются? Они разные. Сплошные, белые, чистые, мраморные. Да, сплошные, белые, мраморные. Ну, птица вся хорошая. Летная птица. Хорошо. Ну, что, погнали? Давай. Расскажите, кто вы? Вы у нас тоже любите голубей, да? Расскажите, что... Калининск, как вас зовут? Александр, расскажите про своих голубей. Вот такие красивые. Ой, какие красивые. А что это за разновидность голубей? Торцовые. Торцовые? Да. Сейчас как бы это осталось с Украины завозить. Да. Ой, какие красивые. Лучше бы его прижали, то. Нет, я лучше его. Покажи нас, вот он. Ой, какие красивые. Вот это да. Он и она? Да. Да? А где она? Вот она. Давайте я ее подержу. Голуби красивые, хозяин страшный. Ой, какие красавцы. Вот это да. Спасибо вам большое. Вы давно занимаетесь?
блядь, взял вот выпуск, ёбаный свет. Видишь, выкинул.